Всем привет! Сегодня 10 апреля, понедельник. Мы везем детей к бабушке с дедушкой. И Чапи. Выехали. 4:20. Сегодня хорошая погода, 9 градусов. Там сбоку произошла авария. Это мы сейчас со склада Сережного выезжаем. Вот так все подсохло, снег уже весь растаял. Тепло на улице, хорошо. Только зелени еще нет пока. Даня с собой взял кого? Чапи. Чапи вон, пингвина. Собрались они, взяли учебники, игрушки. Телефон. Телефоны самое главное. Вон такой. Посмотри, вот такой циклист. А вон тоже красивый такой дом. На церковь большую похоже. Да. Вот, ну, в общем, на улице уже все больше и больше становится, как весной. Да, циклист уже появляется. А то еще неделю назад вообще не казалось, что не весна, а зима и снег. Что можно подглядеть? Как вот циклисты выезжали на дорогу, значит, все весна. Травка проклевывается кое-где, вон уже зеленая. Тут стройка какая-то. Некоторые люди вообще легко одеты в джинсовочках. Ну, а некоторые еще не торопятся раздеваться. Продолжаем ехать, движемся к Ленинскому проспекту. В принципе, пока едем быстро, 100 километров в час. Посмотрим, что будет дальше. Будут пробки, нет? Впереди какое-то затруднение. Нет, затруднение вправо, наверное, кто стоит. Не самолетик. Самолет летит. Все равно вот сегодня пасмурно, надо так с облачками. Вот туда машины стоят вообще. Ну и здесь тоже уже вот
вот затор небольшой. Вот такие вот грязные машины, это все почему? Потому что на улице грязно. Вот сейчас сухо, а было грязно. Даже номера не видно, кошмар. Потому что это детка России. Так вот, там пыль. И вот там тоже впереди, я смотрю, белая машина. В общем, сейчас такая погода, что, конечно, все очень грязно. Смотри, как руку мне уже придется. Долго переверни, пожалуйста, вверх. Так, что вы тут перекусываете? Маша перекусывает шоколадкой. Так, Маша слушает музыку. А тоже фура очень грязная. Ну, в общем, сейчас надо дождаться сухих дней, тогда все помоют машины. И будут уже не такими грязными. Ну, какой тигр на автобусе. Сегодня попробовала, значит, закрасить седину. У меня была ревлоновская такая пшикалка. Пшикаешь, и до следующего мытья головы она как бы тонирует. Ну вот, покажу сейчас результат. Вот, видно. В принципе, закрасила как бы. Я только вот эту часть делала. Вот, она вот, которая темней, ее видно. Вот эти вот более светлые. Вот, в общем, ну, закрасила так седину, в принципе, нормально. Вначале пачкалась. Вот. Сейчас посмотрю. Вот сейчас высохло, так шибко не пачкается. А то пачкалось так, что вот расческа, вот видите, темные. Вот так вот, коричневый цвет. Потом дома покажу какой-то номер. Коричневый, по-моему, среднекоричневый по цвету. Так что вот такая штучка для быстрого устранения седины и подкрашивания корней, кому надо. Едем. Так, небольшое затруднение на дороге. Нет, уже самолет летит. А, самолеты все время прямо летят. Вот еще один самолет. Здорово. Вот кто-то куда-то летит отдыхать или работать. Кто-то куда-то едет. Когда ремонтируют домики, то вот так вот их закрывают такими рисунком в виде дома. Выглядит как будто дом настоящий. На самом деле это просто бумага. Это очень, кстати, везде в Москве так делают. Это не портит вид города, когда идет стройка, не видно, что там происходит. И кажется, как будто бы, в принципе, ничего и не происходит. Стоит домик и все. Очень хорошая задумка. Сейчас покажу еще. Проедем. Ну, самолетик. Вот, и самолетики летят прям постоянно. Вот, еще один самолетик. То есть... Из Внуково. Да, это из Внуково. Они взлетают, взлетают. Нет, они летят куда-то или во Внуково идут? Во Внуково, в посадку. А, это они летят на посадку. Да, то есть в другую сторону, они так садятся. Что... А, то есть это они не взлетают, вот они садятся. Да. А вот обшивка дом, в виде домика вот так вот выглядит. Тут подсветочка. Вечером все включается, подсвечивается. Вот самолет еще один. Ну, уже надоело их снимать даже. Я их снимаю, но при увлечении, ну, посмотрю все. Не
окрестности, не одни эти узбеки. Так, вот какой-то рынок. Кто-то кореец, видишь, стоит. Печник предлагает. Вот, кстати, вот деревяшки продают. Но нам сюда не надо, мы едем дальше. А вот хочу показать, за рынком мельница мы подъехали. Встали. Что тут творится? То ли это помойка, то ли это свалка, какая-то земля. И вот тут все свалено. Снег растаял, и получилась какая-то свалка. Горы. Я еще такого не видел. Горы, не пойми чего. Ужас. А рядом главное, вот тут вот, склады. Склад, аренда, хранение. Вот прямо рядом, напротив, в нескольких шагах. В общем, вот такая неприглядная картина. Так, а мы вообще-то ехали вот в эти склады. Сереже надо было. И вот он пошел туда куда-то. Опять самолетик. Как поворачивает. Зачем? Что? Ну, манекен. Манекен. На. Это манекен. Да. Вон там мужчина достал какой-то манекен. Сейчас мы его приблизим и посмотрим. Нам тут заняться нечем, пока папа делает. Не, смотрите. Мужчина. А это манекен. У нас такой был на карате стоял. За 30 тысяч. Сейчас они будут грузить что-то. Вот, папа нам отдал какие-то бумажки. Не видно его там. Вот он. Что-то несут. Что-то взял. Последние два нуля это копейки. Ладно, несут заказ. Это папа. Папина. Вот поэтому поехали пораньше, потому что папа вот хотел заехать на склад. Ну, вон папа бежит. Все, грузимся, сейчас уже поедем. Угу. Чего у нас такая грустная? Брата. Просто. Здрасте. Не здрасте, сказала просто. Че такая грустная, Маш? О! Ой, чувак, я не грузит. Да мы уже сняли, это какой-то манекен. Я не грустная. Нормально? Просто Маша тебе не дал свою жвачку, да? Так, а жвачку тебе дать, Маш? Да. Маша, она она мята, мама. А у меня с арбузом. У меня не с арбузом. Дайте мне кто-нибудь жвачку. А ты, Даня, дай Маше жвачку. Мам, дай ей. А ты что, жадный? Не, просто у нее уже пол нет, она давно ее съела. На. Мятная? Мятная, Маша, или клубничная? Я это показываю. Так, ну все. Я загрузились. Все, сейчас поедем.
Сбоку стоят такие домики. И вот тут тоже. А здесь продается фонтанчики, фигурки для сада. Всякие интересные. Вот даже Аполлон, я вижу, стоит. Разные пошли, какие-то старые, какие-то большие, маленькие. Вот старые дома, крыши. Кончилась эта жилая зона, начался опять лес. Вот так вот недалеко от Москвы строятся все новые, новые какие-то микрорайончики. Вот построили такие веселые дома. А по расцветке просто веселые, так похожи, в принципе, на типовые. Там еще строятся, стоят краны. Разрастаются они прям на глазах. И, в принципе, получаются хорошие райончики. Почему? Потому что сразу строят там большую школу, строят сад, все это в шаговой доступности. В принципе, удобно. Но если работать в Москве, неудобно ехать до Москвы, потому что пробки все время. Площадку обязательно там построят детскую. Тоже большую какую-нибудь в центре. А жилье стоит здесь, конечно, дешевле, чем в Москве. Поэтому многие выбирают, несмотря на то, что в Москву проблематично въезжать и выезжать. Вот там строят. Арматура какая-то, строители строят. Что это, переезд? Не знаю, что. Мост. Ну, а только интересно, как насчет грязи с трассы? Вот мы едем тут, дома недалеко. Мне кажется, все окна вообще жутко грязные будут. Потому что едешь вон, перекрываешь воздух, чтобы не дымило тебе. Конечно, с одной стороны, хорошо, что вон вышел, и вон там уже полоса леса. Но все-таки это близко к дороге, я считаю. Причем удивительно, строят без спроса. Да, вон сколько стоит кранов. Вот это все построили. Сейчас будем проезжать мимо. То есть машина мне мешает, конечно, вот это белое. Вон. И там можно увидеть, что вон еще сколько недостроенного. Вот, реклама. Заселение. Новая батутинки. Ты получил ключи. Новые ватутинки. Еще интересно мне, что с парковками у них. Вот они столько домов сделали. Предусмотрены здесь парковочные места, кроме как вот то, что я вижу около дома. Ну, стоят машинки. Но квартир-то тут очень много. Это тоже интересный вопрос, потому что не всегда в этих новых районах прям предусмотрена парковка. Так, встали мы опять в какую-то пробку. А это, наверное, не... Да, это какой-то торговый центр, наверное, будет строиться. Это не дом вот впереди. А вот это, наверное, парковка и будет. Вот там, я смотрю, 4-5 этажей. Может,
что будет парковка. Все машинки грязные, а вот стоит такси, оно чистое. Потому что, наверное, это такси. Прям приятно посмотреть, желтая машинка такая выделяется. Чистая-чистая. Вот там горы песка. Наверное, строить дорогу можно будет. Такая вот церквушка. Такие яркие розовые кроссовки. Или оранжевые. Кстати, какой-то магазин при пивоварне. Да, вот флаг российский. Что это за здание? Вот так красиво. Красная пахра написано. Памятник. Красота кругом. Дорога среди лесов. Церквушка. Чуть реставрировали. Да, кстати, красиво.
Да, такие красивые домики рядом с такими маленькими, старыми. Это деревня. Есть деревня. Да, я говорю, деревня. Подъезжаем. Ехали и доехали. Сейчас припаркуемся тут. Пойдем вон туда. Вон по этой дорожке пойдем. Тут санаторий. Вятичи. Все. Вот так вот мы собираемся. Ага, собираемся. Вон я. У меня новая сумочка. Я взяла с собой вот эту сумочку с кисками. Самое большое тут Данина все. Бери, Маш, Чапи. Бери. Какая собачка гуляет. Какая собачка нафиг. Голуби, я тебе чучу, а ты мне этот пакетик мой. Хоть чучу, это Чапи. Не важно. Большая важность. Ты убежаешь. Все, погнали. Он собачка. За мной. Ты самая свежая походу. Ну что, туристы. Потом обратно эту палку будешь нести. Я ее взял, чтобы играть домашние на стен. Да я поняла. Ага, у тебя тоже вроде. Ну что, я уже взял, что сидел. Спасибо, что помнила. Сейчас. Вот такая вот зелень уже проклевывается. Цветочки будут. Вот такую встретила в подъезде киску. Вот какая киска. Домой, наверное, хочет. Ее не пускают. Мы пошли дальше. В течение реки есть течение времени. Правильно. Здесь в течение, но все равно написано В отдельно. Хоть там, хоть там. Дальше. Чтобы, вот чтобы, если будет заменяется для того, чтобы, если будет, нельзя, значит слитно. Раздельно? Нет, слитно. Слитно, для того, чтобы завоевать право. Я и улица. Будешь бабушке читать? Ага, буду. Если это интересно. Смотри, у бабушки вот книжки есть, может, тебе понравится. Это правильно, дальше. Мама, не уезжайте, у меня будет просто хватит. Нельзя жопать. Да, завтра развеселишься.
тут, оказывается, просто. Алло. Да, не забывайте. Он тут же с нами идет. Мы не забываем его никогда. Ну понятно. Есть вот что-то. Все что угодно есть. Что тебе дать? Торти. Мороженое, мороженое. Сколько там время, Маш? Если хотите блинчики, я вам построю сейчас. А ты есть, с чем они есть? Можно есть? С чем? Нет. А ты есть шоколадка? Есть. Можно растопить шоколадку в блинах? Нет, нельзя. Можно отвернуть. Маш, значит, готовь блины. Готовь, да, блины. Должен ты будешь, если бабушка будет готовить, стараться. Я съем. Я 3-4 штучки съем. 3-4 штучки съест. Ну тогда сидите, ждите, сейчас приготовлю. Через 5 минут будут готовы первые. Подождите, сейчас бабушка блинчики пока сделает. Я им скажу. Ну, говори там. Нет, говори, Женя. Маша, говори, говори. Ну вот я говорю. Я решила 8 заданий с ЕГЭ. Молодец. С ЕГЭ? Угу. Вот отлично. Что значит, все материалы, которые мы с ней проходили, угу, на все задания выполнила. Супер. Понятно? Супер. Ну что завтра делать-то будем? Учиться, 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 Ленин. Учиться, 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 Пушкин. Что завтра делать будем? Ты Ленин сказала. Ну какая разница? А что ты хочешь делать-то? У тебя что, планы, Дань? Да, большие планы. Учиться. Пойти в магазин, пирожки, потом буду. Какие там 2000 взял? А Маша же взяла. Я бомж. Да, у меня взяла. Надо было быть. А где ты их взял-то? Это, которые ты его деньги. Ты задумал что-то тут брать? Ага. Задумал скупить весь магазин? Нет. Я же не на 2000 куплю, а на 100 рублей. На 100 рублей ты ничего не купишь. Что он будет тратить? Одну упаковку только. Чего вы захотели? Ребенок все соображает, умный. Ну все. Оставили мы детей бабушки с дедушкой, побыли там, попили чай, перекусили, и сейчас поедем домой. Все, а мы сейчас находимся рядом с санаторием Вятичи. Вот так красиво вечером горит надпись этого санатория. Не знаю, как на камере, вживую она такая желтая с красным. Так, вот тоже горит вход в Вятичи, въезд синеньким, вот так вот. Очень красиво. Сейчас на улице 7 градусов тепла, такой свежий воздух. Кстати, полнолуние сегодня, вот. Какая красивая луна. Облака, луна. И вот получается дом, и сразу напротив лес. Воздух шикарный. Тут тоже хоть плохо видно лес. Санаторий в лесу находится. Луна. Вчера была полная, сегодня полная. Это фонарь внизу. А вот это вот уже луна. Сейчас максимально приближу ее. Это максимальное приближение. Камера так максимально приближает. Вот такая вот луна. Ну все, уезжаем, он нам отец светит.
фонариком. Видишь, клиника. Вот, зубной мастер выкупил все это здание, сделал клинику себе. Вот это он, его сыновья. Заехали на заправку. Вот тут магазинчик, заправка. Вот купили горячий шоколад, я взяла. Сережа взял капучино. Там не видно. Да, так что вот. И заправились заодно. А вот тут стоят, кстати, такие машинки. А что это за машина? Что-то мне не завозят. Они тут... Цистерна. В общем, вот там хороший такой магазинчик. Можно что-то купить. Можно... Автомат стоит. Можно вот выбрать любой напиток. Там, кстати, Русиана было, видел? Да-да-да. Русиана написано, капучино. Горячий шоколад. В общем, там много чего было. Вот. Так что очень приятненько там. Скоро 11 часов уже. Уже доехали до Москвы на МКАДе. Это Сережа сообщения какие-то записывает. Куда-то Ваську, что ли? Ага. Да? Маша? Машин мало, всего две, но там много, все равно мало. Вот длинный туннель. Заканчивается. Вот такой вот длинный. До сих пор еще все едем. Пешком его, наверное, очень долго надо было проходить. Скорость 80 км в час, так долго едем. Вот повороты, пока еще не видно выезд. Звук метро слышен. Метро нету. Странно, такой звук, как метро был. Ну вот и выехали. Вот так длинно прям. Длинный-длинный туннель.